сейчас проходим мимо рыбных ресторанов. Здесь лобстер на огне готовят. Можно и так сварить, как вы закажете. Цены, говорю, очень дорогие. Тут жирности много. Вот мурена, которую в Египте Олега чуть не укусила. Такие цены. 120 креветка, 130 холод, 90 пицца, 90. Цены разные. Рыбы 351 килограмм. Рыбы большие, маленькие. 251 килограмм. А это сколько стоит? Моллюска. Да. 1 миллион. 1 килограмм. 1 миллион килограмм. Ой, но она много весит, да? Нет. Килограмма два. Нет. А лобстера сколько? 351 штука. Большой 601. Ага, спасибо. 601 большой, 350. А краба сколько? Краба 501 килограмм. Угу. Тут же готовят. Выбирайте любой, вам вылавливает. А ежи в какую цену? Или вы? Нет. Мы раз купили ежика. Там есть нечего. Яйцом нам залили каким-то и все. Так что ежей не советую покупать. Выбросите просто деньги. Тоже крабики, лобстер. Здесь готовят жареное мороженое. 30 долларов стоит. Соки разные, с фруктов выбирайте тоже фрукты по 20 донгов. Вот сейчас фруктовые тоже киоск пройдем по 20 донгов. Разные фрукты выберите любые. И вам сделают фруктовый сок, коктейль. Так что вот такие тут цены. Потом сниму, как это мороженое делают, жареное. Все, пока.